but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Днём рождения тебя! С днём рождения тебя! С днём рождения поздравляем! С днём рождения тебя! Ваш любимый синий. Приготовили меня, чтобы я это... Ваш любимый синий. Ну я же, куда я же цветы-то спрячу? Красивенький. Коробочки, чтобы... О, это ваша любимая, это я знаю. Как я? Красиво. Спасибо. Вечером вас нарядим, сфотографируем с цветочками. Кирилла! Кирюша! Тебе тоже подарок есть. Давай, Сась, смотри. Ты хотел танки такие? Все, давай бабушку тоже поцелуй за это. Это я тебя целую. Давай, мой хороший. А что сказать-то надо? Все, открывай. От всех. Что от всех? Это от тебя. Вот здесь Кирилл открывается вообще-то. Вот тебе подарок. Чтобы на мое день рождения, чтобы не просто так был. А чтоб тоже у тебя подарок был. Так, такие ты хотел? Да, вот я все хотел. Вот он хотел целый полк. Тапка, дром. 1, 2, 3, 4 Так они все разные, оказывается. Смотри, здесь шишечка, здесь нету шишечки, другая. А здесь вообще... А здесь вон какая-то. Еще и крутится. Да, конечно, красота. Ты глянь, что. Вот это ну, тоже. Ну да, у танки они как красота. Поворачиваются, как задешевать. Ну, слава богу. Чтоб хоть они чем-то зато. Ну, я посмотрю, как ты будешь в них играть. Будешь играть? Буду. Пойдем подглядывать, что они там делают. Втихую. Сейчас? Нет, я еще салат нарежу, но этот салат свежий потом. Мясо замариновано. Понюхайте. Я вот не чувствую, нос заложен. Почему я не чувствую? Нет, нет, я нос чувствую. Вот, я, вот тот салат нарезанный. Это нам надо будет нарезку сделать. Подглядываем, что нужно делать. Мама, папарацци ты моя. Ну, я же мама блогерши. Ну, да. Сейчас пережарку сделать. Картошки. Моя помощь вам нужна, девочки? Нет, Наталья Нифатовна, вы свободны. Ой, спасибо. Как я хорошо. Я еле выпросила себе работу. Еле выпросила. Спасибо, спасибо. Ладно, хоть меня заставили картошку чистить, а то мне... Вот после слова заставила, больше ничего вам не дам. После этого слова плохого? Да. Ну ладно, нет. Не заставила, а я выпросила, что сказала сначала. Ну а потом сказали, заставила. Это наша именинница. Сегодня у нас сколько вам сваха полных лет? Уже? 18. О, понятно. Хотела... 79, честно. Ну посмотрите на меня. Красавица. Вот такая красавица у нас. 70 летняя. Чистит 70-ти... 79, короче. Запуталась. Короче, да. Короче, да. Так, чистит картошку, именинница. Я достану, ничего страшного. Ладно, девочки. Помощь мне не нужна, тогда пока. Именинница! Именинница, ну оторвитесь! Да. Оторвитесь немножко! Да, я чё, так будем, о! Так и будем лежать. Где? Кто ой, тут еще привет? Привет! Вам привет! Привет! Ой, умница! А я так вот чувствовала, что он приедет! Вот я тоже! Я слышу, как девочки говорили, что пусть папа подойдет. Давай, мой родной. С днем рождения. Спасибо, счастья, родной. Здоровья. Ой, как ты хорошо, что приехал. Ну, ой, старались. Ой, старались. А меня не хочешь поцеловать? Не говори. Что вы мою прическу это испортили? Ничего не сделали.
Так ты хорошо выглядишь. А кто? Ты специально это знала, наверное? Нет, я знала, что у вас день рождения. Нет, ты знала, что он приедет? Я жена или кто? Поздравляю самую молодую. Юную. Так, не, прошу не подсказывать. Не тому человеку вы говорите. Самую молодую сваху. С днем рождения. На саху. Здоровья. Смотри, какая красивая. Здоровья. Здоровья. Еще раз здоровья. Остальное купим, украдем, займем. Найдем. Главное, чтобы у вас все было, и вам за это ничего не было. Красотка моя. Спасибо огромное. Моя тарелочка. Правда, мне не дали забить. Ну и ладно. Придется что? Мне самой. О, мальчики пропустили. Сынулька, давай. Давай. Марина, чем? Тихо. Тоже, чтобы ты был самый умный, самый красивый. И так. Самое лучшее. Вот бабушка. Это мне вот это надо лучше. Честное слово. Счастье, здоровье. Пусть с твоего лица никогда не сходит улыбка. Будь всегда счастливой. Будь здоровой. А все остальное мы... тебе поможем. Я, ну и... я надеюсь. Нет, ну а как я? Я горячо любимая мама. Вас поздравляю с рождением сына. Будьте тоже всегда молодец, молодой, красивой. Молодец. Не, ну и как? Ну и папа там участие-то принимал. Тоже счастье, здоровье. Я думаю, если не вспомнит, я его тормозну. Типа, стоять! Куда делся? Счастье, здоровье. Внук золотой. Нет, ну разве спасибо. Можно? Молодец. Давай, дай я спасибо, поцелую. Что вы у нас есть, и мы у вас есть. За это и выпьем. Да. Сваха, иду. Что ж вы как-то так получилось? Что не мы виноватые мы. Без подарков. Мне что, это самое? Кто? Переодеваться? Может быть. А вы откуда знаете, что там подарено? Так нечестно. Я не знаю, я думаю, я в знаете. Хорошая. Саха, моя дорогая, любимая, поздравляю вас с днем рождения. Ну, подарок и мы дайте меня тоже. Приготовили, держите. Я вас поздравляю. Будьте счастливы, здоровы. Ой, как вкусно пахнет. Ой, какая вкусная. Так. Ну-ка посмотрим. Ой, какой костюм. А какие птички. А теперь? А актриса еще какая. Один. Это от кого? От... все зеленые, как вы любите. От вас. От вас. От нас. От нас. Вот так вот и в подъезде. Так, мне надо делать. Переодеваться или не надо? Не надо. Не надо. Ну ладно, тогда берем. Пожалуйста, не надо. Лучше завтра. Ну хорошо. На улице, как скажу, скажете. Как пойдем, да? Ой, какая баба пойдет с тобой красивая. Целая сумка. Ну а теперь давай залази обратно. Я вам желаю, чтобы вы никогда не болели, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы всегда были рады, чтобы у вас всегда была радость. Ну, громко спасибо. Только надо говорить. Ура! Скажи, я все да? слышала. Я же даже глухая, все равно слышала. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет, да, Кирилл? И не расскажем никому. О, нет. Куда пришли? Рассказывай. У меня идет цветочки. Показывает. Тюльпанчики. Красивые. Мы уже к саду приехали, в садик. Пошли. Да, пошли. Доброе раннее утро. Отвела Кирилла в сад. Иду такая с сада и думаю. Папа на работе, мама в церкви, бабушка, Антон спят. Что мне делать? Все равно, даже если я сейчас приеду, я не лягу спать однозначно. Убираться пока не начну, хоть сегодня и чистый четверг надо. Думаю, пойду-ка я пешочком. Купила себе водички и иду. Я не знаю, если я выпью всю эту воду, не будет ли мне плохо потом? Может, и не выпью. Ладно. Вот. Посидели вчера. Классно, отлично, весело. По-семейному. Нина Михайловна сказала, что ей все понравилось. Это самое главное.
У нас сегодня что по плану? Сегодня мы идем в пенсионный фонд. Наконец-то. Вот. Я надеюсь, мы там справимся быстро. Никаких проблем не возникнет. Все будет спокойно. А потом, по-хорошему, нам надо обратиться к окулисту, проверить бабушку на зрение и заказать ей сразу очки. Вот где папа себе делал, он дал номер телефона. Не знаю, или сегодня, ну как-нибудь вот надо сходить и сделать, потому что она свои очки сломала, в раскрытом виде положила на диван, ну и села благополучно. Вот. А сейчас пока пользуется мамиными или папиными, ну короче, не знаю, старыми очками, но говорит, что у нее потом к вечеру, ну, если она сидит долго, глаза болят. Это не дело, по-любому надо. Так что вот такие планы. Я гулять засекла, кстати, сколько я там нашагаю. Вот. Просто ради интереса. Когда выходила с садика, было 2059 шагов. Посмотрим, сколько до дома. Мы уже дома. Сажусь кушать. Здесь у меня огурец, два куска мяса, запеченные со вчерашнего, адыгейский сыр, руккола, половина авокадо и кофеек. Все, приятного аппетита. О, привет! Привет, Сонечка! Держи! Только тихонько. Не бойся. Сможешь держать? За низ. Нет, вот так, за низ. Почему? Это огонь. Баба принесла с церкви. Не брось только. Не бойся, он тебя не обожжет. Только ровно держи, ладно? Сейчас баба разуется, все расскажет. Угу. Баба с церкви принесла, да? Чистый огонь. Да. А если будет гореть наш дом? А зачем его? Его не кидают, сынок. Это освещать. Святой огонь. Это огонь от Господа. А как баба вообще этот огонь? Сейчас баба тебе все расскажет. Это же баба. Она все знает у нас. Мы помыли квартиру. Мама. Мы все сделали. Мы подготовились к чистому четвергу. Мама. Да, Кирюш? Держи, мама Юля. Давай. Перекреститься. Да. Просто подержать. Да, спасибо. Нет, надо потом кланяться. Кланяться надо, баба Нина. Просто подержать. А я просто вот так. Да, держите. Он такой тепленький, но не горячий. Можешь подержать, не бойтесь. Надо держать, чтобы не упало то. Да. Посмотрите, какая красота. Баба Нина сегодня у нас лепила. Но у меня будет вот. Это форшмак из сельди с овощами, сало, немного салата, половина авокадо и немного мяса. Все, будет кофеек и без сыра. Приятного аппетита. И пока-пока.